За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые запоминающиеся. Первое видео прислал Александр. Автолюбитель заснял на регистратор наглого водителя «Лада Приоры» на кадрах пересечения Чернышевского и Комсомольской. Слева полоса для общественного транспорта, но лихача на легковушке это, видимо, не тревожит. Еще один нарушитель. Телезритель заснял, как он сам выразился, типичных торопык на перекрестке улиц Блинова и Топольчанская. Выезд за стоп-линию, трех «Гранд» Митсубиши и в конце нарушил водитель «Синий Киа». Лихач свернул налево не из своей полосы. Про указатель поворота можно и не говорить даже. Жалуются на автохамов и пешеходы. Анна Чепига сняла импровизированную парковку на втором Соколовогорском проезде. Говорит, после новогодних праздников такая картина постоянно. Невозможно перейти дорогу. Не получилось перейти по зебре и саратовцу Александру на Шахурдина с дублера. Дорогу себе пробил Скания. За грузовиком с татарстанскими номерами по пешеходному переходу выезжает Нива Шевроле. Так что наличие зебры на дороге еще не гарант безопасности, рассуждают телезрители. На красный. Прям чисто на красный. Белая Гранта проезжает на запрещающий сигнал светофора. Наш постоянный помощник Патрик все заснял. И само нарушение, и номер легкового автомобиля. Наша задача – передать патрульным. Что мы и сделали. Ролики с нарушениями уже отсматривают саратовские автоинспекторы. Так что спасибо всем телезрителям. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе.